в ногу со временем и эпидемиологической обстановкой. Чтобы не подвергать риску будущих мам, родильный дом Химкинской областной больницы проводит день открытых дверей в режиме онлайн. Получить ответы на интересующие вопросы можно прямо не выходя из дома. Достаточно просто войти в интернет и подключиться к прямому эфиру в популярной социальной сети. Сегодня вы решили посвятить наиболее волнующей теме – коронавирусу. Как вести себя в условиях эпидемии будущим матерям, есть ли особые меры предосторожности? По словам заведующего родильным домом, главное – не паниковать. Чаще мыть руки, значит, держать дистанцию между членами общества там, на 2 метра. Вот, и следить за температурой и при появлении каких-то симптомов ОРВИ, ну, сразу обращаться к врачу. Данных за то, что он проходит плацентарный барьер, наука не выявлена. Это значит, что для ребенка угрозы нет. Прямое включение из больницы длилось около часа. За это время с доктором успели пообщаться десятки женщин. Беседу в режиме онлайн с пациентками ведут каждый четверг и субботу. Эпидемия вируса, говорят доктора, не должна мешать привычной жизни. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.